Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы, конечно, все знаете, почему мы здесь сегодня собрались с вами вспомнить нашего дорогого Толю Герасимова. 4 года, как его нет, но жива его музыка, и она живет в наших сердцах, потому что это был великий человек, великий музыкант. Вот. Мы сегодня поиграем его пьесы, всякие какие-то джемы, кто-то еще выйдет с нами, сыграет. Начнем. Мы решили начать не с традиционной атмосферной песни, а с пьесы под названием «Time Flies». Так что вот начнем. Thank you.
Станислав. Хочу сразу представить вам прекрасных музыкантов, с которыми мы играли столь много лет. Юра Погиба, клавишный. Петя Дольский. Алёша Кравцов. Анатолий Осипов. Меня убьёт током, мне кажется, этот микрофон. И хочу позвать сына Толи Герасимова, Лёшу, для следующей песни. Алексей Герасимов. Привет, спасибо. Thank you.
Как называлась эта песня? Не просто атмосферная. Не важно. А теперь мы сыграем песню Wanderer. Окей? Thank you.
Следующая песня называется «Fox Lady».
Foxy Lady, Foxy Lady, друзья. А сейчас мы сыграем песню под названием Crazy. Thank you.
Thank you.
Песня, в которой Лёша в середине немножко поёт папиным голосом, да? Да, песня на контрасте. Сейчас было crazy, а сейчас будет lazy. Thank you.
Прекрасную музыку. Я думаю, сейчас так радуется, как это там. Thank you.
большое. А сейчас мы хотим пригласить на сцену Катю Воробьеву, что она спела нам пару песен, которые мы всегда пели в стол. А, она ушла, да? Ну, пока вступление сыграем. Ну, как обычно, Мурку и какая-то Шорина любимая вторая. Владимирский централ. Здравствуйте. С праздником, с праздником, с праздником.
Thank you.
Thank you.
Сейчас хотим пригласить к нам нашего дорогого Сергея Юрьевича Воронова. Он исполнит с нами композицию заключительную. По традиции всегда стули мы заканчивали концерт, и эта песня называлась она «Мрачный грув». We'll be right back.
любим, мы всегда с тобой. Сергей Воронов, Анатолий Иосифов, Юра Погиба, Леша Герасимов, Петр Дольский, Алексей Красов, меня зовут Николай Сабин, Катя Воробьева, спасибо всем-всем-всем. Арайку спасибо этому замечательному клубу. Надеюсь, это станет хорошей традицией.